Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407, 2005 года выпуска, двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 214 тысяч километров. Заменю на нем сегодня масло в двигателе, масляный фильтр, воздушный и салонный. Поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль, откручиваем масляный фильтр. Беру новый оригинальный фильтр, номер его 1109 AL, Citroen Peugeot, и беру масло Total Quartz 540, номер для заказа 166 243, это литровая банка, и потом скажу номер 4-литровой. Сейчас фильтр заливаю немного масла, смазываю резинку. И идем устанавливаем. А теперь откручиваю пробку поддона и сливаю масло. Болт на 21 на поддоне. И сливаем масло. Все, масло слилось. Закручиваю пробку.
сильно не перетягиваем, чтобы поддон не лопнул. Подтекает коренной сальник коленвала. Предстоит в будущем его замена. Опускаю автомобиль. Сделали с заливной горловиной. Воронку использовать мы не будем. Залил я 4,5 литра. Меняем воздушный фильтр. Для этого откручиваем крышку, крепится саморезами, снимаем воздуховод и откручиваем воздуховод на двигатель. Вытащил целиком корпус воздушного фильтра, нижнюю часть, и вытряхнул из него грязь. Берем новый фильтр. Воздушный фильтр тоже взяли оригинальный, 1444 TQ.
Теперь запускаем автомобиль, прогреваем немножко, даже не надо прогревать, запускаем, глушим, стекает масло, выставляем уровень, а пока оно стекает, заменим воздушный фильтр в салоне. Снимаем здесь защиту, вернее не защиту, а пыльник, клипсы поворачиваем, две штуки. Вот этот фиксатор вверху, нажимаем его вниз и с двух сторон вытягиваем крышку. Вот такой фиксатор. Нажали и за эти потянули. Здесь должен болтик прикручиваться, его не было. Фильтр грязный, вытаскиваем его. Судя по всему, давно не менялся. Берем оригинальный фильтр. Номер его 400-644-1EJ. Ну, хотя 400 можно и не забивать. Он идет 6441EJ. Стрелки показывают салон, устанавливаем его так. И на крышке тоже стрелка показывает салон. И устанавливаем крышку. Заводим снизу ее в паз. И защелкиваем вверху. Все, устанавливаем на место пыльник. И идем меряем уровень масла. Так, масло у нас 5 миллиметров не доходит до верхней отметки. Это я влил 4,5 литра там. По заводским показаниям написано 5 литров. На этом все. Замену масла масляного фильтра воздушного и салонного я закончил. Всего вам доброго.